Алоха, с вами Sword Flame, и мы продолжаем исследовать старые локации в новом обличье. Погнали!
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Итак, в бамбуковом ручье собрали все печати силы, в воющем гроте не все. Непонятно, как там нужно плавать через воду. Может быть, нужна какая-то вещь, либо это... этакая головоломка, над которой придется еще помучиться. Скорее всего, это я буду делать вне видео, поскольку в видео много времени на это ушло, и я так и не понял, как там пройти. Так что пока что отложу. Поскольку есть еще и другие локации, где можно пособирать печать силы и найти еще двух фабиян. Конечно, наверняка это все делать не обязательно, чтобы пройти игру до конца. Но пока получается через много проигрышей все же находить вещи. Поэтому пока что будем искать, почему бы и нет. И на этом моменте я это видео закончу. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Sword Flame. Всем пока!